Всем привет, с вами InformTV. Про одну из самых востребованных актрис в российском кинематографе Викторию Толстоганову говорят, что ей любые роли под силу. Зрители уже привыкли видеть ее в разных амплуа, от простой невзрачной женщины до дерзкой стервы. Причем перевоплощается она мгновенно, так как иногда одновременно снимается в нескольких фильмах и сериалах. Толстоганова – коренная москвичка. Она росла в дружной большой семье. У Вики есть еще три младшие сестры. Папа трудился на инженерной должности, а мама была преподавателем английского языка. Мама с папой с ранних лет прививали дочерям любовь друг к другу и животным. Родители хотели, чтобы девочки музицировали, а вот Вике особо это не нравилось. Она даже убегала из дома, чтобы остаться в тишине и не слушать, как сестры играют на скрипке. Отдушиной для Виктории был дворец пионеров и работавший при нем театр. После школы Толстоганова однозначно решила поступать в театральный вуз, но удалось ей это только с третьей попытки. Училась она в ГИТИСе, и уже в студенческие годы у Вики разгорелся бурный роман с сокурсником Андреем Кузячевым. Получив дипломы, влюбленные поженились. Этот брак продержался без малого 15 лет. У супругов родились дочь Варя и сын Федор. Причем первого ребенка они ждали долгие 5 лет и назвали свою дочурку «выстраданной». Семейная жизнь Толстоганова и Кузячева многим казалась идеальной. Они дополняли друг друга. Вика – настоящий взрыв эмоций, а Андрей – сплошная интеллигентность и уравновешенность. Но камнем преткновения для них стал фильм «Утомленные солнцем 2». Вике предложили в картине роль, а Андрей категорически настаивал, чтобы она отказалась. Актриса не стала терпеть ультиматумов, согласилась сниматься и отнесла заявление на развод. Интересно, что в том же году, когда Толстоганова развелась с Кузячевым, появился на свет ее третий ребенок, сын Иван. Его отец – продюсер и актер Алексей Агранович. Виктория рожала почти 40 лет, но все прошло без осложнений. В новых отношениях актриса чувствует себя счастливой женщиной, она умело сочетает любимую работу и семью. Если вам нравится эта артистка, ставьте лайк. Также не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!